Ребята, привет! У меня сегодня вот такой замечательный малыш. Это Шпиц. Ему уже годик. Стрижемся мы со щенка. Ну, обычная стрижка по контуру. То есть длину я никогда сильно со шпицев не убираю, потому что для них это чревато. Будем сейчас мыться, сушиться, убирать лишний подшерсток. И потом по контуру пройдем, чтобы у нас мальчишка был великолепен. Бороша, Борош. Ну вот у нас собака. Полностью он готов. Отфенен, отсушен. По контуру пострижен. Барон, нет, стой. Такой мальчишка. Нет, не прыгай. Мама где? Где мама, барон? Мама где? Где мама у нас? Ай, как парень. Ай, такой великолепный малыш. Все. Подписывайтесь на канал. Буду рада. Ставьте лайки.